На новосибирских прилавках появились первые грибы. Пока, впрочем, их немного. Сейчас на стихийных рынках можно найти пока совсем еще небольшие белые грибы. Стоят они от 250 до 400 рублей за ведро. И лисички по цене чуть дешевле. Обильные дожди, с одной стороны, помогли грибникам. Грибы появились раньше обычного. Но если осадки продолжатся, большая их часть сгниет. Продавцы рекомендуют брать белые подосиновики именно сейчас, когда они свежие. Впрочем, потенциальные покупатели обходят несезонный товар стороной. Неизвестно, где собирают, неизвестно, какое качество, потом много червивых. А ты же неизвестно, только когда разрежешь, узнаешь, что он червивый. Как-то не доверяю. Лучше шампиньонов в магазине купить и все. Или самому собрать. Они перерождаются, и неизвестно, где они брали. Может быть, в парке в городе.